Блин, мне показалось или в будке кто-то был? Ты не видел? Сейчас я чекну. Да-да, они в будке. Хочешь прикол? Прикол? Да-да-да. Сейчас увидишь, чекай. Если получится только. Здрасте, милостивы. Так, ща. Блин, она вылетела. Че, пацаны, сидим? Как дела, нормально? Вот они, русские сервера. Пацаны, у меня тут тачка сигналит. Я уже никуда не попал. Я всех убил. Один у меня в двухэтажке. Че, мотак тут приехал? Так, в двухэтажке я вроде попал. Тут, короче, двое около ресторана и один за двухэтажкой забежал. Куда? За двухэтажку. Куда ты бежал? Так, я в двухэтажке нокнул, тут слева еще у тебя идет, слева идет. Сейчас помогу. Нокнул. Еще сзади идет. Блин, я не вижу. Патронов нет. А я прокосил. Вроде попал, я не знаю, но звук вроде. Еще тот калаш стреляет дальше. Я всех с арбалета убил. Последние будки, да? Я, короче, у меня колесо сломано, но я попробую его поджать там сейчас. И главное, если что, этот потом топ-1 возьми. Долбанное. Так, я, короче, со сковородой попробую. Это четкий топ-1. Бедный чел. Блин, у меня патроны кончаются, газон. Патроны кончились. Он у меня тут в ангаре. В ангаре убей его, пожалуйста. Короче. Иди сюда. Да, стой. Да стой ты на месте. Его друг я не знаю где. Этого сейчас я доберу, короче, у него патроны возьму, потому что у меня вообще ноль. Просто ноль. Так, где он? Ага, он около казармы. Около казармы, да. Залазит. Изи. Минус друг. Тут еще коряк стреляет по мне. Они, короче, вдоль зоны. Так, одного положил. Они кого-то еще тут целили. Второго положил. Это уже другой дуо. Еще там. Там же за деревом, что ли? Так, я его друга убил, и у меня состелили фраг. Тут последний передо мной где-то. Нормально, нормально. Так, спокойно. Я пошел пушить этого. Здрасте. Так, а где еще? У меня юмпатл. Он меня пушит, помоги мне. На меня идет прям. Все, нормально. А ты его убил? Да, я убил, нормально. Это что? Что это такое у меня? Алло, дайте свет, пожалуйста. Включите, пожалуйста, будьте добры. Ага, все, нормально. Спасибо, отлагало. Так, у меня тут чел сидит. Сейчас я его попробую поджечь. Прям между деревяшками. Давай я шот один дам. Не надо. Он сгорел.
Так, там еще сзади стреляют. Так, этого тоже убил, все. Все ок. Эльза, мне хана, по-моему. Убежать можешь? Оружия нет. Лол. Чел застрял тут. Так, у него сейчас друг идет еще его спасать. Тут челик, короче, застрял в столе просто. Так, друг идет. Друга убил. Ну это вообще рофл просто. Матак едет, матак едет. Серег, 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 принимай. Нормально, хорошо было. Тут мотак к нам подъезжает, давай гранаты, гранаты. Они сейчас лутать будут там, по-любому. Блин, рано кинул, рано кинул. Есть! Просто генератор экшона. Тихо, байбола. Байбола, сейчас прыжка, прыжка. Подожди. На! Прям передо мной. Я одного положил вроде. Бросал. Подожди. Не дай добить только, пожалуйста. Че это такое? Что это такое? На зону топу поле, короче. Давай, давай на тачке, поехали, короче, давить их. Поехали, поехали, поехали. Прям передо мной двое. Я право пробую. Блин, я прокосил. Хорош. Так, тут еще один передо мной. Так, и короче, еще одного давай сейчас. Просто катаемся, просто катаемся. Он ничего не сделает там. Ну, наверное. Давай, я, короче, прям по кустам поехал. Изичайше просто. Просто изичайше. Здорово, народ. Ну, вот как-то так у меня получился этот выпуск. Как по мне, так он получился намного сочнее, чем мои предыдущие. Ну, и если вы тоже так считаете, то обязательно ставьте лайк. Вам, типа, не сложно, ну, а мне, типа, приятно. А, и еще, если вы хотите все это хозяйство наблюдать вживую, ну, то есть в прямой трансляции, то идите прямиком на мой второй канал. Ссылочку я оставлю в описании. Там я очень часто стримлю эту игру. Вот, так что буду рад вас всех видеть. Ну что ж, ребзики, огромное вам всем спасибо за просмотр. Обязательно пишите в комментариях, если вы хотите больше подобных роликов. Ну и я желаю вам побольше топчиков в каточках. Как обычно, удачи и давайте, пока-пока.